Так, друзья, сегодня опять на Оке мы. Вот Ока. На подмокловских карьерах. Карьер. Вот, вода не в подъеме, сантиметров, наверное, на 15. По сравнению с воскресеньем. С пятницей я был. По сравнению с пятницей. Вот. Попробуем половить тут рыбку. Что клюнет, обязательно покажем. Так, ну посмотрим, кто тут живет. Рыба играет активно очень. Друзья, мелкий окунь попался походу за перекатом. Сейчас покажу какой. Вот он. О, вот такой. Отпустим его. Будем ловить что-нибудь поинтересней. Попробуй, Вить, вот сюда ко мне поближе подойди. Так, друзья, вот первый клыкастик. Маленький. О, о какой. Давай я тебя достану приманку. Отдай. Взялся под берегом. Сейчас мы его будем отпускать. Так что вот мы его сейчас отпускаем. Хопа. Давай, хоп-хоп-хоп-хоп, пошел. Посмотрим, что тут у нас есть на бровочке. Кидать далеко не надо тут. Сегодня вода в подъеме. Вот она, бровка пошла. Мелкий окунек клюет почему-то сегодня. Крупного не... О, вот такой. Крупный что-то не дается. Так, друзья, вот погода портится. Собираемся мы домой. Вот дождик начинает моросить. Вот в улове у нас сегодня мелкий окунь. И вот товарищ поймал, вот, говорит, один нормальный судак. Но я там уже за угол зашел в сторону дома. Сейчас уже не пойду снимать, она уже убрал. Вот, а так вот сегодня ничего достойного не поймали, мелкие окуни в основном.